Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Das Reichspostzentralamt überträgt Fernsehversuchssendungen. So, Hex, komm mal her. Zeig mal den Herrschaften, was wir können. Gib mal laut. Вот так. Симпатичные делаха, не правда ли? И фигурка у нее приличная. Я в этом уверен из информации о ней. Но фигурку мы не увидим. Позже я расскажу, почему. Это делаха – знаковая фигура в истории немецкого телевидения. Да и мирового тоже. Думаю, она числится в немецких исторических энциклопедиях. А достойна она учебников школы. И какова ее судьба? О судьбе я расскажу в конце. Так кто же она, эта загадочная особа? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. С комсомолкой это, конечно, перебор. Скорее всего, ей подходит вот это. Совершенно секретно. Истинная арийка. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. А зовут ее... Урсула Пачка. Урсула, по-нашему. Это истинная арийка. Первый диктор берлинского телевидения. Впервые в мире начавшего регулярное вещание. Подчеркиваю... Регулярное. 22 марта 1935 года в Берлине начала вещать студия телевидения имени Пауля Нипкова. Впервые в мире регулярные передачи. До этого была масса проб, тестовых передач и прочее. Особенно длительные тестовые передачи были в Америке. Вот здесь сказано, что в 1931 году CBS начала вещание. Вот стандарт РСА использовал 60 линий с 20 изменениями изображения. То есть 60 строк, 20 кадров в секунду. Это механическое телевидение. Программа ежедневно работала в течение 19 месяцев. Затем были прекращены до лучших времен. Стало быть, это было просто тестовые программы. Длительное время. Не в счет. Так кто же он такой, этот Пауль Нипков, чьим именем названа студия? И что он такого сделал? О, он был смелый, с размахом. Я чувствую, что его... Темных звезд? Профессора Нева, они считают его дилетантом, астрологом. Поразительно, как только у человека появляется какая-то оригинальная теория, его объявляют сумасшедшим. Сумасшедшим? Да, я не удивлюсь, когда в один прекрасный день объявляют сумасшедшим меня. Вас? Да, ребят старшего класса уже называют меня чокнутым. А, я спать хочу. Паша, пойду, мне очень хочется спать. Не надо меня провожать, я... Простите, куда же вы? Я спать хочу. Куда же? Нет, нет, ну погодите, погодите, пойдемте со мной. Извините, ну погодите, я должен выговориться. Ну вы, понимаете, я выговориться должен. Ну пойдемте, ну прошу вас, ну пойдемте. Ну на секунду, ну я прошу вас. Куда? Ну пойдемте, ну я вам звезду покажу. Ну это так интересно, ну прошу вас. Ну пожалуйста, ну идемте сюда, ну это интересно. Ну это же очень интересно! Ну как вы не понимаете? Ну какая страна? Ну пойдемте! Ну я не хочу туда! Ну секундочку! Отпустите меня! Куда вы меня тащите? Пойдемте! Что? Так! Ну что? Так! Вон! Видите? Вот такой красавец был в молодости, этот Пауль. А вот таким он был, когда его именем назвали студию. Ему тут 73 года. И что же он такого сделал и изобрел этот Пауль Нипков. А изобрел он вот диск с дырочками. Зато какой диск? О, это был великий диск. Сейчас мы это увидим. Вот моя планета. УЗМ 247 в Тентуре. Галактика Бета в спирали. Вот машинка перемещения в пространстве. Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно. Это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно, родной.
А ты что видишь? А? Песок. Значит, сработало это хреновина. А этот козел-то с дырочками там, что ли, остался? А вот применение этого диска. Это одна из систем механического телевидения. С диском Пауля Нипкова. Были еще другие системы. Вот один из вариантов применения этого диска в механическом телевидении. И вот картиночка. Это раннее телевидение. Качество никакое. Но с годами телевидение совершенствовалось. И получали относительно качественную картинку. Правда, маленького размера. Вот пример раннего механического телевидения. Вот более поздняя система. Судя по современным кнопкам, это макет. Но он дает полное представление о развитом механическом телевидении. Ну, что-то такое видно. Вертикальные линии – это просто несовместимо с снимающей камерой со скоростью телевизора. Ну так, ничего. Вот так снимала камера с этим знаменитым диском. Много споров о том, кто же был первый. Кто начал впервые передавать в эфир тестовый сигнал, информация очень размыта. А вот историк телевидения пишет: «Я не считаю Германию со 180 строками и несколькими тестовыми приборами первой, тем более, что 441 линию они ввели и 50 кадров ввели где-то в 1939 году. Здесь необходимо оценить масштабы. Он отдает приоритет англичанам, у которых и студия была получше, и телевизоров было побольше. Но телевизоры – это верхушка айсберга. Под ними находится студия с аппаратурой, тем больше эта аппаратура была новая, неиспытанная. Передатчики, вышка, залы, освещение, персонал, организационные вопросы, цензура и многое-многое другое. А первые, они и есть первые. Тем более, что это первые с оговоркой, первые начали регулярные передачи, а немцы начали первые. Вот я у этого историка нашел, кто он, как зовут, Вольгеншейда, Вена. Вена – это Австрия. Ну, теперь все понятно, почему он не хочет Германии отдать первенство. Те, кто знает историю Второй мировой войны, все поймут. Но это политики, я не буду касаться ее. Есть такой немецкий музей, который можно по праву считать альтернативной историей телевидения. Тут они даже замахнулись на нашего Зварыкина, поставив под сомнение его изобретение. Но, правда, в конце тут написали: «Оглядываться назад» – это неверно. Она явно отличалась. То есть передающая трубка американца Франсфорта отличалась от передающей трубки Зварыкина. И почему-то именно трубка Зварыкина выиграла, а не другая. Значит, выиграла. И вообще, если верить этому музею, то все сделали немцы. Хотя они многое сделали, о чем мы как бы и даже и не знаем. Например, первый телевизор Германии. Вот, якобы 30-й год. Под знаком вопроса, опять же. Знак вопроса – это знак вопроса. Все, значит, не первый. Сведения неточные. Но истинной ради надо сказать, что, например, магнитофон для записи звука первого сделали немцы. Вот, пожалуйста, 35-й год. А вот наш знаменитый мигрант Зварыкин, который сделал передающую трубку для полностью электронного телевидения. Так вот, американская фирма RCA, у которой он работал, обменяла патент на эту трубку на черно-белый люминофор у немцев. Американцы не могли сделать люминофор, он был зелененький. А немцы смогли. Вот они обменяли. Люминофор – это то, что светится с обратной стороны стекла трубки. У современных ЖК и плазменных телевизоров экраны совсем иные. Также немецкий изобретатель изобрел чересрочную развертку. Смысл такой: сначала четные линии, потом нечетные. И в результате получается цельное изображение. Но аппаратура упрощается. Кстати, у компьютеров тоже иногда применяется такая развертка до сих пор. Немцы многое сделали. Отрицать нельзя. Начиная с 1939 года немцы строго секретили все, что связано с телевидением, потому что они его применяли
применяли в том числе и в военных целях. После победы победители очень многое присвоили себе. То, что не погибло под бомбами, всплыло в других странах. Вот и весь секрет. А насчет первенства. Наш первый спутник тоже был несложный. И всего лишь навсего летал и пипикал. Но от того, что третий спутник был навороченный и весил намного больше, он не стал первым. Будем объективны и отдадим студии Пауля Нипкова первенство в регулярных передачах. Кому не знакома такая картина? Блики от люстры. Любой источник света будет в виде бликов на экране, независимо от того, где сидит зритель. Это происходит потому, что трубка выпуклая. При том, что телевизор где-то середина 90-х годов. Старые телевизоры. Блики. Вот блик. В 1939 году фирма Телефункин явила миру электронно-лучевую трубку с плоским экраном. Для того времени это была просто уникальная разработка. Укороченная труба, экран квадратный. У круглых экранов часть плоскости экрана скрыта корпусом, не используется. Здесь используется вся площадь экрана. За укороченную длину пришлось заплатить вот этим диском. В этом металлическом диске находится фокусирующая катушка. Она просто элементарно не поместилась. Вот так выглядит трубка американской фирмы RCA. 1946 года выпуска. Видим экран круглый и длинная горловина. Потом на эту трубку наденут вот такую маску квадратную. И часть экрана будет скрыта за этой маской, то есть он не будет использоваться. Прямоугольный экран и полностью лишен этого недостатка. И бликов здесь меньше, экран плоский. Так почему же промышленность разных стран упорно шлепала трубки с выпуклым экраном? В выпуклой трубе луч, проходя по всему экрану, остается одинаковой длины. Поэтому фокусировка остается на всем экране одинаковая. На плоском экране луч изменяет свою длину, следовательно, фокусировку нужно менять. Это усложняет схему. Вот поэтому производственники упорно уцепились за выпуклый экран. А зритель, что это зритель? Зритель привыкнет, никуда не денется. Телефункин в своей разработке опередило время как минимум на 15 лет, 15-20 появились плоские трубы. Это только появились в дорогих цветных телевизорах. Фирма Телефункин не только выпустила уникальную трубу, но она еще сделала уникальную схему. Обслуживание трубки всего на трех лампах. Раз, два, три. Смотрим схему фирмы RCA. Трубку обслуживает раз, два, три, четыре, пять, шесть ламп. Истинно ради скажу, что Телефункин за простоту заплатила вот такими полосочками. Но эти полоски на изображении почти не были видны. Ну что сказать, молодцы, почти гениально для того времени. Zum Ausklang des Abends marsch Musik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Заметили, как она волнуется и косит глазиком вправо вниз? Там, видимо, текст. Скорее всего, это первые съемки, а может быть, даже вообще кастинг. Кто ж такая эта Урсула? И какова ее судьба? Немецкий перевод, несколько сумбурный. Замужняя сумка переводится. 12-го года рождения. Официальная программа для немецкого телевидения. Первый диктор в мире. Блондинка, актриса, работник почтового ящика. Но это почтового ведомства. Была лицом телеканала «Поле Нипкова», первой в мире телевизионной станции. Послевоенный период. В 60-м году по случаю 25-летия своего первого анонса она снова представилась аудитории на телевидении в программе «Напоминания». Так, в 12-м году родилась, была позже учителем во Франкфурте на Майне,
и была в 76-77 национальным председателем Ассоциации одиноких матерей и отцов. То есть была одинокая. Является ли тот же самый человек, не подтверждено. Единственная уверенность в том, что Урсула по-прежнему преподавала язык в 1193 году во Франкфуртском университете. Таким образом, ей 81 год. Сдвоенная фамилия Паши Бьютель говорит о том, что она была замужем, ну или когда-то. И самое главное, 22-летняя актриса и танцовщица, вот, кстати, о фигуре, была нанята 1 ноября 1934 года в качестве телевизионного вещателя, диктора. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipko! Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Zum Aufklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler! Кто хочет узнать, как выглядела она в 58 лет, первая ссылка под видео. Но я не советую. Вот она! Это обман! Жульничество! Моя интереснее была! Что ж вы мне действительно подсовываете? Успокойтесь! Это не там! Не скандальничайте, молодой человек! Довольно стыдно крики поднимать из-за пустяков. Какие же, помилуйте, пустяки! Это подлог! Не то подсовывают! Я не настолько выпивший, чтоб не разбираться! Ради бога, не разглашай. А, маму! Горько! 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 Я прям не знаю, что уж и делать. Давай! И точно не то подсунули. Информацию об Урсуле я взял вот здесь. Это немецкая информация для тех, кто не брезгует историей. Для немцев, конечно. Вот. Информация, в общем, правильная. Только фотография и видео не Урсулы. А это деваха. Сейчас скажу, кто. Эльза Эльстер, а Урсула вот. Два диктора нацистского ТВ, Урсула и Анна Мария. Это еще одна, там их было много. Пришлось переделывать почти весь клип. Вот тебе и немцы. Это точно кастинг диктора программы новостей Эльза Эльстер. Сейчас скажу почему. Дикторов вообще не выпускают и не выпускали без грима. Здесь минимальный грим. А уж тем более в малострочном телевидении. 180 строк, как в студии было. А что творили с дикторами телевидения? Сейчас увидите. Такова специфика. Technik heute schon fortgeschritten. Nichts bleibt im Auge des Fernsehsenders verborgen. Der Fernsehsender ist das Auge der Welt. Ну вот и все. Конец фильма.